Всем здравствуйте! Давайте с вами посмотрим сейчас ответ на такой вопрос, что вам нужно знать, а вы не знаете. Вот давайте будет три позиции у нас. Будут три позиции. Что вам нужно знать, а вы не знаете, да? Сейчас будем смотреть. Что вам нужно знать, а вы не знаете. Что вам нужно знать, а вы не знаете. Первая, вторая, третья. Первая, вторая, третья. Давайте смотреть. Кто не выбрал, поставьте, пожалуйста, на стоп. Первая, вторая, третья. Три позиции. Смотрим первую позицию. Что вам нужно знать, а вы не знаете. Вам нужно знать, что вы классный специалист, что вы уже очень многое знаете в своем деле, вы классный профессионал, то, что вы очень хорошо работаете, что начальство вас очень-очень ценит, что такой сотрудник есть. То есть вам нужно знать, что вы классный специалист, поэтому цените себя высоко. Вы очень много знаете, у вас есть определенный опыт, вы уже профессионал в каком-то деле. Да, вы еще можете совершенствоваться, совершенствования нет предела, как бы это нормально. Но вы уже сейчас достойный профессионал, и нужно себя оценивать по достоинству, просить соответствующую зарплату. Вот, так что вам нужно знать, что вы классный специалист. Вы классный специалист, да? Но вы можете получить еще определенные тайные знания, которых вы еще не знаете, и обрести какую-то стабильность, понимаете? Вы уже классный спец, уже классный профессионал, но вот еще какие-то знания, которые вот у вас нет, они для вас тайные, они покрывалом закрыты. И вот, когда вы эти знания получаете, то есть... Старайтесь, работайте, обучайтесь. Если где-то у кого-то спросить, получайте знания, учитесь чему-то новому, вы обретаете стабильность. Еще карта стабильности. Финансовая независимость, определенная стабильность. Вы свое сбережете, то, что у вас есть. Не поддавайтесь эмоциям, не смотрите, кто что там делает, кто там, да, не зависите ни от кого, не смотрите на других, на обстоятельства не смотрите, вы смотрите только на то, что вы делаете. То, что вы делаете, это вам нравится, да, вот, или по-другому еще как, вы занимаетесь тем, что вам приносит удовольствие, то, что вы любите, да, иногда вас может тошнить, от большого объема это работает, то, как срочно это надо. Но вы это дело любите, вы классный специалист, вы знаете, как этим заниматься, вы профессионал. И поэтому здесь вы вкладываетесь в больше, берите работу, да, работы много, но вы берите, не отказывайтесь, и здесь вы обретаете стабильность, независимость. Новые знания получите, которые принесут вам еще большую стабильность здесь. Так что, что вам нужно знать, что вы классный специалист, что вы уже сейчас классный специалист. А научившись чему-то новому, еще подучившись, вы обретаете стабильность. И также дальше занимаетесь и развиваетесь в своей специальности. То есть здесь классный специалист человек. Классный спец. Классный спец. Такого работника, знаете, любой работодатель готов вот, с распростертыми объятиями. Потому что у вас есть опыт уже определенный, большой опыт, которого нет у других людей. Вы конкурентоспособный человек. При других конкурентах вы в выигрышном положении, вас выберут. Так что здесь вы должны знать, что вы классный спец. Что
Что еще вы должны знать? То, что вам нужно отстаивать свою позицию. То, что вам дорого. Вам нужно отстаивать. То, за что вы болеете. То, что вам приносит хорошие эмоции. Вам нужно отстаивать свое. И здесь, возможно, какие-то у вас... Еще вам нужно знать, что какие-то отношения есть у вас. Возможно, партнерские. В общем, то, что рядом есть человек, с которым возможны партнерские отношения и отношения, если вы замужем, например, то семейные отношения очень хорошо можно сложить. Вот. И партнер здесь может быть рядом кто-то, кто будет вас поддерживать, вы вместе сможете что-то начать. Отстаивайте свою позицию как специалист, это вот тоже. Опять же, борьба, отстаивайте. Если вы кого-то любите или с кем-то хотите работать, тоже покажите, что вы лучший. Все, первая позиция. Первая позиция, все. Вы классный спец, вы какой-то опытный уже человек, который знает в своем деле толк. Вот. Спасибо, однёрочки. Давайте смотреть вторую позицию. Что вы не знаете, но должны знать. Здесь может, знаете, что быть? Здесь может быть то, что если это не человек, а вот ваши эмоции, то здесь может означать, что вы научились контролировать свои эмоции. Раньше вы их не так могли контролировать, как сейчас. Сейчас вы научились контролировать свои эмоции лучше, чем раньше. Вам нужно знать, что если это вы, как мужчина, так и женщина, то вы человек открытый, к вам тянутся люди, вы добрый, вы можете выслушать, вы не агрессивны, вы очень эмоциональный человек, и вы можете пропускать через себя какие-то эмоции, переживания, чужие даже переживания вы через себя можете пропускать, не только ваши, вы можете... переживать вместе с людьми. Если вы услышите, что у человека что-то там происходит, вы будете ему сочувствовать. То есть вы такой человек эмоциональный, сочувствующий, переживающий, добрый. Но вы уже в таком периоде сейчас находитесь, когда вы научились контролировать свои эмоции, и вы научились не поддаваться этим эмоциям, и они, то есть вы можете их контролировать, не пойдете у них на поводу. Вы можете это, поэтому вот. Но еще здесь, знаете, еще какие-то иллюзии насчет какой-то женщины у вас есть. Здесь у человека в голове какая-то женщина сидит. Но то, что вы думаете, вот то, о чем вы думаете в мыслях, где она присутствует, да, вот какие-то события, что-то там еще, да, то это все, поймите, что это все ваше только в голове. Мысли. Это то, что вы придумали. Это не то, что есть на самом деле. То есть контролировать-то вы эмоции уже контролируете, но не совсем, потому что вы в голове все-таки придумываете какие-то вымышленные ситуации, чего нет на самом деле. То есть здесь, возможно, человек хочет сотрудничать или общаться, или встретиться, да, как-то вот с какой-то женщиной, думает о женщине, но это, ну, только ваши фантазии. Это невозможно. То встречи не будет. Если человек думает о встрече, то здесь пока что нет. Пока что встречи нет. Даже если встреча будет, женщина не пойдет вам на встречу. Тут как-то женщины, мужчины нет. Пауза. Здесь, если не знаю, в каких отношениях что тут происходит. Но если в отношениях, то здесь пауза. Люди не могут встретиться, не могут пока поговорить. Потому что у них разные взгляды, разные мысли, разные эмоции. Здесь должно пройти какое-то время, чтобы понять, что в голове не нужно придумывать ничего лишнего. То есть, ну, нужно контролировать эмоции. Реально надо смотреть на вещи,
видеть все как есть. Не придумывать, а лучше спросить у человека. Потому что у человека могут быть совершенно другие эмоции. Вот. Ну, так что здесь у вас так. Здесь говорят, что вы уже можете контролировать свои эмоции. Вы уже вышли на тот уровень, где эмоции не ведут вас. То есть вы не поддаетесь им, а вы можете уже контролировать это. Поэтому то, что вы представляете в мыслях какие-то, где вот женщина присутствует, я не знаю, что это значит, может быть, о работе, может быть, правда, какая-то привязанность, какая-то симпатия, но здесь пока невозможно встреча, общение, что-то тут пока не идет. Пока что так. Поэтому продолжайте контролировать свои эмоции, не переживайте. Ну вот. Здесь так. Контролируйте эмоции. Здесь все эмоциональное, эмоциональное. И еще, знаете, здесь вот вам нужно знать, что вы, чего вы еще не знаете, то, что у вас интуиция хорошо развита. Вы можете прислушиваться к своей интуиции, и она вам подскажет. То есть вы очень много фантазируете, очень много, вы даже можете писать какие-то стихи там, да, можете писать какие-то рассказы фантазийные, можете что-то писать. То есть у вас хорошо фантазия работает, но в каких-то ситуациях, вот именно вот в этих, прислушайтесь к своей интуиции. Не фантазии, а интуиции. У вас интуиция тоже хорошо развита. Поэтому вам говорят то, что вот вы не знаете, может быть, но прислушивайтесь к интуиции. Интуиция вас не подведет. Вот, спасибо, двоечки. Давайте смотреть третью позицию. Чего вы не знаете? Вы можете не знать, что вы очень такой эмоциональный человек. У вас очень много энергии. Вот сейчас вот вы наполнены энергией. И вам нужно направить ее сейчас в правильном направлении. И вы можете этого не знать. Но вот у вас сейчас так вот должно быть, знаете, такое ощущение, как будто вы раз и загораетесь сразу. Вот какая-то мысль, все, загорелось, все, хочу сделать, хочу реализовать, хочу поехать, хочу встретиться, хочу позвонить, хочу сказать, хочу откупить, да, то есть хочу, ну, не знаю, что-то такое сделать. То есть у вас сейчас такой вот эмоциональный будет подъем, когда у вас будет очень много энергии, и эта энергия вам дана не для того, чтобы ее транжирить, а для того, чтобы направить нужное русло. Она вам дана именно на что-то. У вас сейчас очень большой подъем энергии будет. И вам нужно не только вот подумать, что да, я хочу, а вам нужно начать действовать. То есть вам нужно понять, что вот если вы чего-то хотите, то нужно действовать сразу, сразу прям действуйте. Не нужно ждать, откладывать, потому что вы потом перегорите, и вы потом не будете этого делать. Вы потом скажете, да ну, что-то как-то не хочу, я сейчас уже все надоело, не буду. То есть здесь у вас энергия пойдет, и нужно действовать. Чего вы не знаете, так вот, вот то, что вы можете, вот у вас когда загорелось, вы можете прям лететь, у вас цель, у вас определенная цель, то есть вы все, с целью определились, все, вы можете действовать, вас, знаете, ничего не мешает, вы сохраните свое, вы не потеряете, то есть меньше у вас не будет, то, что есть, у вас останется. Понимаете, вы можете действовать, начинайте действовать, и вот это вот вам говорят, что вы не знаете. То есть вы не потеряете то, что есть. Поэтому можете двигаться к своей цели, ехать куда вы хотите, встречаться с кем вы хотите, делать, что вы хотите, вот что вы решили, что вы запланировали, не откладывая прямо, а прямо вот сейчас. Вот вы решили, все, не откладывайте, сразу начинайте действовать. Захотели там с кем-то встретиться, встретились, захотели поговорить, поговорили, сделали, решили, вот что-то решили и сразу же сделали. То есть вот так вот. Потому что эта энергия дана вам на реализацию, на то, чтобы вы действовали, не на то, чтобы вы только думали об этих вот идеях, в голове перебирали, да, вот как-то вот. У вас энергии очень много, у вас очень много
сил сейчас будет, сил и энергии для того, чтобы что-то совершить, то, что вы хотите. Поэтому, если вы что-то очень хотите, то прямо здесь говорят, действуйте, действуйте и действуйте. Просто нужно быть активным, нужно действовать прямо сразу с места и поехали. Не тянуть. Нужно сразу это делать. Вот. Такой получился расклад. Спасибо троечки, спасибо всем, что посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить прямые эфиры, которые у нас в понедельник, среда, пятница проходят. Вот, всех целую, увидимся в следующем видео. Всем пока!